Как писал Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Эти слова особенно применимы к проблемным семьям. В нашем городском округе таких немало, и каждой необходима определенная помощь. Такие семьи стоят на контроле у отдела по делам несовершеннолетних местной администрации, а также у Щелковского социально-реабилитационного центра «Семья». Специалисты занимаются предупреждением, выявлением и устранением причин неблагополучия семей, а также оказывают им следующие услуги: патронаж семьи со социальным поведением родителей и детей, психологическую, педагогическую, юридическую и медицинскую помощь детям, подросткам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, на днях прошел очередной рейд с целью проверить условия проживания двух семей. Сотрудники управления соцзащиты заглянули в гости и убедились, что профилактические работы, проводимые с данными людьми, прошли не напрасно. Совместно с коллегами социально-реабилитационный центр «Семья», управления опеки и попечительства, отдел полиции территориальный. В рамках этого рейда мы посещаем семьи, которые по тем или иным причинам, с ними организована у нас индивидуальная профилактическая работа. Сегодня в рамках этого рейда мы имеем такую возможность оказать в том числе благотворительную помощь, которую совместно нам предоставляют наши волонтеры, с которыми мы взаимодействуем. Проверяем условия воспитания, исполнения родительских обязанностей. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».